Одни везут золото на технику. Ну, все понятно, Лига нации. Сколько собрано? 526 тысяч золота. Будем отправлять. Как? Вагон бронированный. Другие техник рабуют. Что стоите? Лебягина убили! Дмитрия Лемеха! Крунько, из-за тебя! Золото грабили тоже из-за тебя! Третье. Рабуют тех, кто рабовал. Микита Михалков и Юрий Богатыров. Я золотишко собрал, а ты все себе захапал. А золото? Где? У пригодницком фильме «Свой сярод чужих, чужий сярод своих» на Беларусь 3.